2020 году введен в эксплуатацию детский сад в Теличиках общей вместимостью 150 мест. Работы выполняли компании ИТ «Синтез» и строительная компания «Титан». В ходе личной проверки и в ходе работы службы заказчика, также по жалобам эксплуатирующей организации, были выявлены ряд проблем. Основные из них и самые опасные – это просадка здания, а именно третьего блока, и также ряд дефектов, связанных с инженерными системами и качеством благоустройства. На текущий момент службой заказчика была инициирована проверка и направлено соответствующее заявление в Следственный комитет с целью выявления правонарушений при создании объекта со стороны подрядных организаций и начата соответствующая процедура. На текущий момент детский сад эксплуатируется. Третий блок, в котором есть дефекты, на нем ограничено присутствие детей, и в остальном здание функционирует в полной своей мере.